я хотел бы вернуться к товарищу Навальному, которому вот уже спустя столько лет наконец-то начали прозревать такие личности, как Арслан Н, как вот я сегодня посмотрел видео Дикого Десантника. Несмотря на то, что, допустим, я не поддерживаю Дикого Десантника в его размышлениях, я поддерживаю его в его борьбе. Но касательно, вот, допустим, я даже Мальцев со многим не согласен, но я поддерживаю его в том плане, что в целом он говорит все правильно, я не вижу какого-то подвоха, даже несмотря на то, что поддерживает этого так называемого Навального. Я ведь тоже на минуточку поверил этому человеку. Вы не заметили, что за столько времени, уже сколько лет он пытается там организовывать какие-то мероприятия, что каждый раз они заканчиваются и останавливаются на одной и той же точке. Каждый раз почему-то его вот так задерживают, хватают красиво, какое-нибудь видео снимут, как его несут. Почему-то нету ни одного кадра, где он сидит в этой вот, в этом месте, где он проводит курорт 20-дневный или 30-дневный. Почему-то каждый раз он заканчивается одним и тем же, и как мы можем заметить, что он и не собирается менять свой вектор противостояния, а как будто бы очень искусно и грамотно выполняет какую-то поставленную роль, отыгранную уже, наверное, многими до него, просто мы, как новое поколение людей, не сталкивались с этим, допустим, в 17-м году или еще в каком-то, когда таким образом пытаются собрать массу и отвлечь ее, как будто бы вот вышел народ, возмущался, поорал какие-то оскорбительные выражения там про Путина или еще про кого-то. И то есть это вот мероприятие, которое он организовывает с его командой, заканчивается всегда одним и тем же. Это не продолжительное какое-то событие. То есть это вышли 2 часа, прокричали какие-то лозунги, и в итоге разошлись домой. Вот помимо этого, что мы, скорее всего, будем ожидать в будущем, что вряд ли какие-то будут серьезные перемены, потому что, как мы можем заметить, что по статистике каждый митинг, который организует Навальный и его команда, заканчивается одним и тем же. Но, самое ключевое. Что ключевое? Я забыл. Ох, память у меня куриная. Да, я хотел поговорить о том, что откуда у этого человека столько денег? Вот у него во множестве городов есть штабы, в которых минимум 3 человека в штате, получающие примерно по 80 тысяч рублей. Не нужно цепляться к суммам, я говорю только о том, что я знаю. Возможно, это меньше чуть или больше даже. Посчитайте в сумме все города и какую вместе с арендой какая сумма получается. Даже, допустим, если его поддержит Ходорковский, теоретически, то возникает вопрос, тогда не работает ли он на Ходорковского, а если деньги поступают не от Ходорковского, то в таком случае кто звонит во время суда, связанного с Кировым Лесом, прокурору и приказывает отпустить Навального? Почему, в отличие от других оппозиционеров, Навальный до сих пор на свободе, хотя такие люди, которые представляют власти, как Мальцев, вынуждены были бежать, или, допустим, даже тот же Камикадзе Ди, хотя, ну, я, по крайней мере, не замечал пока в нем каких-то пристрастий подозрительных, кроме пристрастий к Навальному, но это простительно, потому что, возможно, он им еще верит. Не нужно думать, что вот этот вот персонаж, Алексей Навальный, чем-то отличается в лучшую сторону от других оппозиционеров. По-моему, наоборот, это распиаренный персонаж, который обладает средним красноречием, который призывает таким мероприятиям, которые изначально обречены на то, чтобы не принести никакого результата. В таком случае, какая цель от этого человека, кроме как сбрасывать напряжение? Или даже вернемся к его конкурсу. Я уже об этом много раз говорил. Почему-то каждый раз мне говорят, что вот ты участвовал в конкурсе, ты не победил, а поэтому ты предвзято относишься к его результатам. Вот смотрите, человек хочет быть президентом. Он должен заботиться о своей репутации. Он объявляет условия конкурса, которые он в итоге нарушает полностью.
Вы победителями становятся те персонажи, которых он репостил в своих соцсетях, звал на Навальный лайв, как-то упоминал. То есть я даже в одном из предыдущих видео, которое было до результатов конкурса, оповестил всех тех, кто выиграет этот конкурс в итоге. Я угадал двух из трех. Может быть, я какой-то выдающийся аналитик или предсказатель? Нет, это же было все на виду. Он изначально репостил и показывал тех, кто победит. Это же омерзительно. И когда, значит, он объявлял о результатах конкурса, почему-то он упустил те особенности конкурса и